Глава региона сегодня побывал на ферме в станице Павловска, единственной на юге страны, где установлен робот, который абсолютно самостоятельно доит коров. Сейчас без современных технологий сложно получать много качественной продукции. Губернатор предложил главе Минсельхоза подумать о возможности производства иностранными инвесторами в регионе подобных систем добровольного доения. Если сегодня наши фермеры говорят, что это себя оправдывает, вот давайте в то, что оправдывает, вкладывать деньги. И вот этого инвестора заводить к нам в край, чтобы они создали не то, что у нас есть, а то, что нам необходимо. То есть вот производство для средств производства, мы не раз уже об этом говорили. Мы должны понимать, что без современных средств, технических средств, мы не достигнем высокого уровня сельского хозяйства. Это однозначно. С подобной системой, как на ферме в станице Павловской, человек даже не приближается к корове. Робот полностью делает все сам. При этом буренки самостоятельно идут на дойку, когда захотят. Такие умные технологии, рассказывают фермеры, позволили улучшить качество молока в несколько раз до европейских стандартов.